Здравствуйте, друзья. Несколько дней назад сделал четырехканальный таймер, и многие пользователи просили там сделать возможным установка времени. И то есть не через компьютер устанавливать, синхронизировать время, а прямо при помощи кнопок там установить время. Я вот эту проблему решил сегодня. И давайте посмотреть, как это работает видео. Посмотрим сначала. Да, все зависает у меня почему-то. Только открывается. Итак, друзья, по просьбам пользователей усовершенствовал четырехканальный таймер. Здесь, вот видите, вот этот четырехканальный таймер, правда, здесь это релешки не подключено, но я покажу, что тут модернизировал. И этот. То есть вот многие пользователи просили добавить здесь возможность установки времени, то есть чтобы не с компьютером синхронизовать, а прямо при помощи кнопок вот это добавить это возможность. Вот сейчас вот посмотрите, вот как было это. Вот сейчас время, видите, не установлено, как бы. Вот отсюда вот ходим по меню. Здесь есть, сейчас, вот где set time, вот здесь показывает дата и текущее время. У нас ничего не установлено. Чтобы устанавливать, вот входим в меню, вот здесь входим в меню. Так, год у нас 2017 уже есть. Пошли дальше. Минуты, сейчас посмотрю, сколько. Вот одна минута, 2 минуты и 19:02 сейчас, как бы устанавливаем 2 минуты, две, потом часы 19 часов. Часы 19 часов. Так, дай день сегодня. Какое число-то? 12 число. Месяц, второй месяц. И этот 2017 год. Отсюда выходим. Вот вышли, вот видите, пока ничего не изменилось. Вот выходим, где set time, и на первую кнопку нажимаем и 2 секунды держим. 3 секунды держим. Вот нажали и держим. Видите, уже установились 12:02/2017 год, 19:03. Вот отжали, отсюда выходим. Здесь еще я хочу сказать, что первая кнопка как бы наоборот работает. Когда отпускаем, тогда переключает. Это из-за того, что тут вот одновременно, чтобы часы устанавливать. То есть вот когда нажимаем 3 секунды и держим, где set time, вот там в этот момент устанавливается время. И здесь уже видите, уже текущее время, вот отсюда уже можно и дни недели, и этот день месяца устанавливать. Вот таким образом это работает, остальные на компьютере объясню. Так, теперь давайте посмотрим в FL Pro, как я это делал. Здесь где блок меню, вот блоки меню, здесь видите, уже немножко изменил тут. Кнопка 1 через R3 подключена, и во время отпускания там это переходит, чтобы там было возможно установить время. Так, заходим в блок меню. Так,
Здесь добавили вот set time, где. И здесь отсюда, видите, год. Год изначально у нас будет установлено 2017, чтобы долго не нажать, чтобы установить. А так месяц, вот первый месяц будет изначально установлено. День, первый день, часы 0 и минуты 0. То есть вот это здесь сделал, добавил блоки меню, вот это. Так, теперь пошли дальше. Давайте сворачивать, опять разворачивать. Так. Здесь еще одну плату добавил. Так. Вот здесь вот установка времени. Установка времени. Здесь где часы реального времени. Вот set time. Вот это FB блок служит для установки времени. Вот сюда добавил. Сюда добавил. И здесь год, месяц, дата, час, минута. День недели я тут выход не делал, это нет необходимости. И здесь вот эти входы, там меню, там что устанавливаем, вот здесь, где так, значение пункта меню, вот эти, значение пункта меню соединил, вот год с годом, месяц с месяцем, дата с датой, часы и минуты соединил, и там время поставили, сколько вот это установили, и дату, и время. Потом, где set time, вот оттуда, вот когда кнопка 1 нажимаем и держим, сейчас посмотрим, сколько я. Да, все тут зависает. Так, 3 секунды установил. То есть нажимаем первую кнопку. Нажимаем первую кнопку и 3 секунды держим. Через 3 секунды вот здесь эта единица появляется. Когда единица появляется, через R-trick импульс, вот где здесь EN, в ходе импульс появляется те значения, которые будут здесь, будет сохранена в энергонезависимой памяти часов. А этот час у нас показывает на дисплее, вот где set time, там время. И эта дата показывает. Вот таким образом это работает. Это несложно. Я думаю, что это необходимо. А то, если где-то производство будет устанавливать эти часы, они часто могут ошибаться. Там надо будет переустанавливать каждый раз, чтобы с компьютера не соединить. Отсюда удобно будет с помощью кнопок устанавливать время. Так, все. Спасибо за внимание. До свидания.